Я не могу сказать, что я горжусь чем-то. Слушай, сказать, я горжусь. Ну, это какое состояние? Меня распирает от гордости. Не, ну, мы гордимся зачастую какими-то вещами совершенно, на самом деле, незначимыми. А там, где все говорят, о, этим надо гордиться, думаешь, что? Из чего? Гордость — это какое-то компенсаторное чувство. Это когда тебе что-то очень сильно не достает, и ты как-то пытаешься эту внутреннюю пустоту чем-то таким спрятать, закрыть. Вот. Поэтому гордыня, она же считается грехом. Я не к тому, что раз так считается, то так оно и есть. Но действительно, она часто исходит, возникает у людей, которые ущербны внутри. Ну, возможно, не особенно по своей вине, но так сложились обстоятельства, что они где-то закомплексованы, и им надо сверхкомпенсировать эту свою неполноценность. Вот. А так я горжусь людьми, которые рядом со мной.